эфире новости сейчас. С вами Анастасия Богомолова. Здравствуйте. Международный комитет Красного Креста откроет свое представительство в Беларуси. Всестороннее сотрудничество президент Александр Лукашенко обсудил на встрече с главой гуманитарной организации. Являясь донором безопасности в регионе, наша страна выступает за мирное урегулирование любых конфликтов и глобальный диалог. Как заявил президент, Минск и впредь будет поддерживать Международный комитет и оказывать всяческую помощь странам, которые попали в беду. Вы всегда рядом с теми людьми, которые попали в беду. Вы оказываете им гуманитарную помощь или выступаете посредником, где это только возможно по оказанию гуманитарной помощи. Вы помогаете разыскивать людей, которые попали в беду и пропали. И многие-многие другие направления в этом плане. Поэтому это величайшая деятельность, которую мы приветствуем и всегда будем поддерживать. Вы на нас можете рассчитывать. Церемония подписания соглашения между Беларусью и Красным Крестом о статусе, привилегиях и иммунитетах гуманитарной организации в республике состоялась несколько минут назад. Подробности в следующем выпуске. Как только что стало известно, белорусская АЭС прошла стресс-тесты по стандартам ЕС. Департамент по ядерной радиационной безопасности МЧС Беларуси сегодня публикует национальный отчет. Станция, которая строится на базе российского дизайна последнего поколения 3+, полностью соответствует международным стандартам безопасности. Документ будет передан Европейской группе по надзору в сфере ядерной безопасности Еврокомиссии для международной экспертной оценки. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко номинирована Женской теннисной ассоциацией на звание «Прорыв месяца». Проголосовать за белорусскую можно на официальном сайте WTA. Сама номинантка на пресс-конференции, посвященной грядущему финалу Кубка Федерации, сначала не поверила в правдивость этих сообщений. Это впервые для меня, когда это увидела, я так сразу даже так удивилась, такая, я это не я, вот, это очень приятно, конечно, видеть тебя на таких информациях, таких вот постах, и, естественно, я сразу же выложила это у себя в Инстаграме, вот, очень приятно. Самой сильной стороной женской сборной Беларусь по теннису в предстоящем противостоянии будет командный дух, а высокий рейтинг американок не тревожит наших спортсменок, заявил капитан команды Эдуард Добров. Сборная США со вчерашнего дня тренируется на корте Чижовка-арены. Все билеты на финал проданы. Прямая трансляция на Беларусь-5 в субботу в 14:10, в воскресенье в 13:30. Это были самые последние новости к этой минуте. Подробности мои коллеги расскажут в 15 часов. Хорошего дня!